Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. И, как вы знаете, вчера компания Eagle Bitrate опубликовала официальное сообщение о том, что платежная система запускается в 11 часов вечера по времени Лондона. Ну вот, наступило уже 18 июля, и насколько я и другие партнеры можем судить, в принципе, на сайте платежной системы ничего не изменилось. То есть она выглядит так же, как выглядела вчера и позавчера и так далее. И некоторые из вас спрашивают, а где же та волшебная кнопка создать кошелек, который потом нужно добавлять в своем кабинете Eagle Bitrate? Ну, насколько я понимаю, система на самом деле еще полноценно не запущена, и такой кнопки на данный момент в кабинете нет. Будем надеяться, что появится. Также, как вы помните, было объявлено, что заявки на вывод будут отменяться, а средства будут возвращаться на баланс. И некоторые партнеры стали выкладывать скриншоты, которые показывают, что это действительно стало происходить. Вот, например, заявка от 11 мая 2018 года. Как видите, она сейчас помечена красной такой кнопочкой «Disapproved», то есть, ну, можно сказать, «отменено». И как партнер подтвердил, что средства действительно вернулись на баланс. Вот еще одна заявка на вывод. И как видите, она также помечена как отмененная. И вот еще одна отмененная заявка, датированная 12 мая. Поэтому с одной стороны, то, что компания вчера объявила, что платформа официально запускается в 11 часов вечера по времени Лондона 17 июля, это не было выполнено. Но с другой стороны, как мы видим, все-таки какие-то телодвижения происходят, например, как и было заявлено, заявки постепенно возвращаются на баланс. И я так понимаю, что процесс будет происходить постепенно. Как видите, сначала отменяются самые ранние заявки, 10, 11 и 12 мая. В общем, как говорится, будем держать руку на пульсе. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Thank you.